печень не отдать тебе случайно. Ну, пока что моя функционирует, но, возможно, в дальнейшем желудок понадобится. Второй. Для мукбангов нужен большой, как у меня. Всем привет, мои хорошие, вместе со мной моя любимая, неповторимая, обалденный зайчонок Аск Фатима. Хай. И сегодня мы снимаем челлендж, который был уже на моем канале, наверное, где-то полгода назад и набрал 500 000 просмотров. Это была кислая пастила. Кто быстрее откроет упаковку и съест всю вот эту вот красоту, тот получит бабло $100. Нехило так. Да, здесь у нас водичка и все дела. Мы, наверное, немного будем шуршать. Специально Фатя купила для нас. Стаканчики. Я показывала вам. Очень красивые. Спасибо, пупсик. На здоровье. Твой любимый цвет. Да, я знаю, что ты думаешь обо мне. Вот смотрите, какие у нас ушки. Я буду думать о тебе, когда буду забирать эти $100. Ой, как я буду думать. Ты никогда не будешь думать обо мне. Чё? Шучу. Для начала нужно открыть. Если мы будем шуршать, я очень извиняюсь перед вами, но, к сожалению, по-другому никак. И давайте на старт. Внимание, марш. У меня нервный тик. Я никогда не могу открывать эту штуку. Извините, это всего лишь эмоции. Я нашла зацепку. Блин, а чем дальше, тем сложнее. Страсти накаляются на колеса. Кто богаче всех на свете? У кого есть 100 бабла? Доллар на баксов. Дорого стоит. 100 баксов на дороге не валяются. Здесь какие-то эти скрепки, осторожно, не подавись ими. Я думала, наоборот, скажешь, подавись ими. Так. Задеваешь микрофон. Вторую сторону будет сложнее отцепить. Будет прикольно, если я доем, она не откроет. Я смогу. Здесь возможно. Ладно, я приступаю к еде. Там пакет. Ладно, я буду есть. О, действительно, здесь крепко. Я себе не откусила. Ну, ты что, собралась мне поддаваться? Со $100? Ты что? Она занимается благотворительностью. Я вам говорю, самый добрый блогер. Подписывайтесь на ее канал. Она заслужила. Таких людей нет. Ну, типа, да, она притворяется. Типа, сейчас она мне будет подыгрывать. Ой, почему мне так кажется, так легко, но так... Получается. Там есть секреты. Прикиньте, она резко откроется и резко запихнет все в рот. Я сейчас так и сделаю. Я нашла как. О, нет. Надо газануть. Нет. Я теперь все запихаю в рот. Нет, мне крышка. Ой, здесь еще одна скрепка. Осторожно, Алка. А что ты не сказала, что две скрепки? Я сказала тебе там скрепки. Осторожно, не подавись, Альфа. Сейчас все больницы забиты. $100 дороже. Как думаешь, лечение мне дороже? Окупится $100? Нет. Ой, нет больше скрепок.
Ой, как это тихо. Надо пугать своего врага. Как ты это ешь, Айка? У меня уже в глазах першит. Першит. Может, кто-то пукнул? Гуччи флип-флоп. И чумаса. Ты можешь. О, за что? Ну, в этот раз не сможешь. Ну, мне одинаковые. Не знаю. Подстава у нее более кислая, наверное. Я не знаю, у тебя кислее. Попробуй у меня. Не хочу. Спасибо, мне хватает своей. Одно и то же. Да. Ой. Ой. Я слишком много запихала в рот, возможно. Да, ты помного пытаешься съесть. А что делать? Надо побеждать себя. Зачем побеждать? За 100 долларов. Понюхай. Знаешь, чем пахнет? Краской. Нет, твоим поражением. Гуччи флип-флап. Не ожидала от тебя пойти. А может я... Может ты шифруешься, сейчас возьмет и все в рот засунет. Ой, это так сложно. В прошлый раз так не было. Сложно. Будешь ругаться, я буду этим тебя бить. Она настолько кислая, я такого кислого не ела в жизни. Как это приятно. Я не думаю, что вода поможет. Тебе ничего не поможет уже. Ты даешь. Я просто люблю кислое. Я тоже. Я просто натренировалась уже. Как вы думаете, кто выиграет? У меня такое ощущение, что еще одна прищепка. Я съела только что. Осторожно, пожалуйста, я тебя прошу. Я уже съела, такое ощущение. Ты честно говоришь? Там две должно было быть. Вот зачем вы сюда пихаете металл? Вы не знаете, что есть такие животные, как мы? А есть дети? Дети увидят прищепку. Мы не увидим. У меня наоборот, наверное, дочка будет говорить: мама, осторожнее, это бумага. Мама, осторожнее, тут железо. Ой-ой-ой, все. Все, пупсик. Короче, это нереально, я это не съем. Лучше бы я вообще не начинала. Сразу денежки бы отдала их. Денежки идут в карман. Айки Эмили. Ну что, играем в следующий раз на квартиру? Хотя она не в собственности у тебя. Печень не отдать тебе случайно. Ну, пока что моя функционирует, но, возможно, в дальнейшем желудок понадобится.
второй. Для мукбангов нужен большой, как у меня. Ты его проиграешь, мы сошьем с моим желудком. И будет «Вассалам алейкум». Это такие будут мукбанки. Как я это съела? Хотя ты я ничего не съела. Съела. Вообще. В общем, я выиграла. Я больше умница. Никогда не буду есть пастилу. Никогда. Что обязательно ставьте лайк этой красотке. Знак утешения. Да, хотя бы в знак утешения она вот потратила 100 Подписывайтесь долларов. Подписывайтесь на мой канал, я же не просто так страдала здесь. Но мне кажется, они одинаковые. В общем, ребята, я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Я знаю, что вы любите наши совместные видео. Если это так, то обязательно поддержите нас лайком, чтобы мы знали и дальше снимали как можно больше контента для вас. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока. Пока-пока.